Жители улицы Крылова бьют тревогу. Сточные воды текут прямо к ним во двор, из-за чего и летом здесь надевают сапоги. Дождливая погода для местных жителей – настоящий стресс. Канализация вот эта. Вообще песок не сыпали. Положено песок сыпать. Под низ и под верх. Не сыпали ни песок, прямо у воду ложили. Глыбы. По таким ливневым стокам воды льются на участок, по трубам ее не пропускают заросшие канавы, они служат приютом для змей. Но и это не единственная проблема жителей Крылова. Промзона, что расположенная через дорогу, круглые сутки шлет свой привет. Если честно, уже надоело, не знаю, может, в край прокуратуры обращаться. Ночь полночь, идут сигналы, будет кто там у них на проходу. Да, вот позавчера еще прямо запах этой резины. Прям в комнату заходишь, даже в комнате запах вот этого жженой резины. Список неприятностей увеличивается. Одни порождают другие. Вот наболевший наш вопрос. Здесь, значит, собиралось письмо. Много было подписей, чтобы построить детскую площадку. Дети бродят по над обочиной, по амброзии. Вот хорошо, коммунальщики забыли кучу песка, вот они здесь в песке гребутся. Ливневки, освещение, разрушенные дороги и шумные соседи – далеко не весь перечень проблем. Крымчане не требуют решить все и сразу, они просто хотят покоя. Иван Еремин, Владимир Попов, Новости 24, Крымск.